Праздник безопасности дорожного движения прошел на площадке «Крокус-экспо». В Подмосковье стало традицией открывать мотосезон широким кругом. Байкеры и велосипедисты, объединившись и заручившись поддержкой ГИБДД, громко напоминают о себе после зимнего перерыва автомобилистам. Главная цель – показать, что на дороге есть место всем. Даже совсем юным водителям двухколесных. В рамках праздника клуб «Бегавио» провел призовые гонки среди детей 3-4 лет. А госавтоинспекция устроила выставку под открытым небом имеющегося автопарка. От современных до самых старых моделей. Этот автомобиль, знаете, как дежавю в прошлое. Как то самое время, 80-е. Оно по-своему счастливое. Самое было то, что незабываемое. Все, что связано с детством. Программу показательных выступлений на основной площадке праздника вписались и сотрудники специализированного мотовзвода ДПС госавтоинспекции, и мотофристайлеры, и стендрайдеры, профессиональные спортсмены региона. Праздник получился широким и полностью отразил его девиз: «Мы вместе за безопасность дорожного движения».